Создание первичных профсоюзных организаций на предприятиях частного сектора сегодня одна из приоритетных задач Федерации профсоюзов Беларуси. Защитить свои права и интересы, добиться своевременной выплаты заработной платы, улучшить условия труда, вернуть кровно заработанные деньги можно только благодаря профсоюзу. В частном секторе в поддержке и защите люди нуждаются не меньше, чем на госпредприятиях. Председатель Гродненской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков ведет активную работу по созданию первичек на предприятиях негосударственной формы собственности. У нас в планах создания профсоюзных организаций на предприятиях и коммерческой формы собственности. Мы видим желание руководителей этих предприятий создать профсоюзную организацию с тем, чтобы жизнь в коллективах была более полноценной, более насыщенной, и чтобы люди себя чувствовали уверенно, чувствовали уверенность в завтрашнем дне, несмотря на определенные сложности, которые у нас сегодня, как все мы видим, есть. Извещение о регистрации профсоюзной организации на днях получил коллектив открытого акционерного общества «Гродно-железобетон». Теперь на предприятии по производству железобетонных изделий и выпуску строительных растворов всех видов и марок избран профком. Ему предстоит большая работа по налаживанию всей деятельности профсоюзной организации, по разработке проекта коллективного договора, учитывающего интересы всех сторон. Может, мы где-то что-то и не заметили, где-то что-то упустили. А сейчас, когда у нас будет профсоюзный комитет, лидер профсоюзной организации, я буду тоже очень бережно, очень внимательно относиться к их запросам, пожеланиям. Думаю, что у нас будет такая вот семья еще дружнее. Сегодня в непростой экономической ситуации руководители крупных отраслевых профсоюзов делают все возможное, чтобы не оставить ни одного работника наедине со своими проблемами, будь то частное или государственное предприятие. В свободной экономической зоне у нас прошел ряд встреч, и есть понимание также у руководителей о том, что профсоюз должен быть в этих организациях, что он может быть только помощником в решении тех производственных задач, которые стоят в целом перед трудовыми коллективами. Это понимание есть, и у нас впереди целый ряд организационных собраний по созданию первичных профсоюзных организаций. Создание первичной профсоюзной организации в частном секторе – важный момент. Там, где они уже есть, каждый гродненец имеет право на защиту своих интересов профсоюзом, вне зависимости от формы собственности предприятия, на котором он трудится. Алла Внучко, Сергей Пещерица, новости «Гродно плюс».